Каждой минутой и с каждым днем мы с вами продвигаемся все дальше и дальше, становимся все сильнее, набираем больше различного оружия и, в общем-то, уничтожаем все больше боссов, чтобы вернуть нашу любимую в игрушке под названием Chicken Assassin, с вами, как обычно, Кристалл, мы продолжаем! И, в общем-то, я опять же прокачался посильнее, у меня уже 40-й уровень, у меня есть вот такие вот напарники, еще появилась новая фишка рейд боссов. Мне интересно будет посмотреть, что это такое и как вообще с этим будем мы справляться. Но сначала давайте экипируем шмотки покруче, потому что у меня уже появилось новое барахло. Выпало довольно-таки уникальное оружие, светящийся череп. Довольно интересно будет смотреть, как вообще это работает. Гидрокостюм при этом еще упал. И вроде как больше ничего супер особенного. Насколько я знаю, есть морской бриз вот этот вот. Можно, в принципе, его тоже одеть. И, в принципе, думаю, нам уже хватит этого. Хотя, смотрите, нет, броня очень... это моя прошлая броня. Вроде как моя текущая получше, да. Окей, давайте посмотрим, что за рейд-боссы. И здесь идет какая-то восторг холостяка. 30 сыра нужно, чтобы... то есть мне нужно, чтобы к нему попасть, нужно победить кучу крыс и получить сыр. Ну, в принципе, это не сложно, потому что эту локацию я уже довольно-таки легко прохожу. И плюс мне интересно, что за светящийся куб такой у меня появился, как он вообще работает. Так, ну, я взял реально кубы в руки, получается, и ими буду сражаться. Неплохо, неплохо. Это убийственный Майнкрафт, ё-моё. Кстати, ребята, если вам нравится данная игрушка и хочется видеть ее как можно чаще на данном канале, хочется полного прохождения, то поддержите данный ролик лайком, и мы с вами обязательно пройдем до самого конца. Поэтому давайте 2000 лайков наберем. Думаю, что это не очень сложно, если игрушка вам нравится и хочется видеть, что же будет происходить дальше. А куб, кстати говоря, дикая имба, потому что я просто за пару щелчков уничтожаю уже довольно-таки опасных противников. Босса я вообще на раз за секунду закрошу. Я даже не буду быстро щелкать. Мне кажется, что на стандартной скорости я смогу его очень даже быстро вынести. Так, вот он этот, мускулистая крыса. Просто за пару кликов выносится. Это у нас еще и при том криты не вылетают. Когда криты вылетают, становится еще жестче. Короче говоря, какую-то имбу с вами собрали. И эта локация, кстати, самая, наверное, крутая по экспингу. До меня только потом дошло, что на этой локации можно реально очень много нафармить опыта. Конкретно только на последнем боссе, потому что там будет появляться постоянное осьминожье эти щупальца, и можно не атаковать босса, а просто специально атаковать только щупальца, получать экспу. И в один момент наш робот, который охранный, он все же завалит основного босса, и за это время мы как раз таки сможем подкачаться и набрать побольше мощи. Кстати, сыра набрать здесь вообще не проблема, потому что с каждой крысы падает сыр, и это изи-катка вообще получается, потому что, ну, тут больше 30 крыс точно выйдет, поэтому сыр мы с вами по-любому нафармим. Так, следующий враг выходит, давай покажись, что это у нас. А, это щупальца точно, но щупальца вообще фигня. Единственная разница, что у дробовика, который у меня был до этого, он бил массово, и можно было сразу атаковать целую кучу, но тут опять же свои плюсы выходят, потому что по 45 урона как-никак наносите за один клик, это очень много как-никак. То, что у врагов обычно 200 хп и все такое, поэтому урон реально дикий, по сути. Так, еще надо будет прикиды новые посмотреть у меня. Открывалась пачка, но я еще не посмотрел, насколько там крутые будут у нас новые предметы. Интересно будет глянуть. Так, мерзость вообще за секунду выносится, капец, до этого я так ее долго ковырял. А сейчас просто хоп-хоп-хоп и готово уже. Даже, по-моему, атаковать меня не успевает. Так, эти флибюстеры пришли к нам, окей, тоже их выносим по-быстренькому, ящик с них забираем. Вообще, еще не самое забавное, я еще ни разу не торговался вещами на черном рынке. Интересно будет хотя бы раз было бы торговаться, посмотреть, какие там реально годные вещи можно будет получить. Так, и выносим, в общем-то, последних противников. Все, 30-я волна. И сейчас я ее подфармлю. Все же сейчас покажу, как это работает. Просто появляется босс, мы его не трогаем. Мы валим только щупальца, смотрите. Чисто по щупальцам начинаем сражаться с ними. И у нас экспа будет потихоньку приходить. А наш робот потихоньку как раз таки валит самого босса. Видите, ну получается, что можно без перезахода довольно-таки долго фармить. И плюс хп регенится за счет левела, опять же. Поэтому это крутая тема, хопа левел, и можно так продолжать. Ну и получается, я уже получил 45-й уровень. Как-никак, за локацию мы очень много получили, просто за счет того, что я еще фармил саму осьминожку. И еще из каждого щупальца осьминожки падает дроп иногда, поэтому еще мы денег заработаем довольно прилично. Смотрите, у нас получается этих вот эти вот штучки, рыболовная приманка, выпала 7 штук, каждая из них по 500 продается. Плюс крюки осьминога, но все остальное нам не сильно надо. Так, ну, надо будет просто продать всякие ненужные вещи. Так, удочки все эти продам. Так, большой нож мясника мне вообще не нужен. Так, очень редкая кулон-якорь. А, вроде как это что-то новенькое или не новенькое. Я уже могу просто некоторые вещи забыть, думать, что они какие-то новые имбовые. На самом деле они у меня уже давно были. Так, это можно продать, это можно продать, это берем. Так, и погнали, посмотрим, что у нас там с боссом. Все еще тот же босс или поменялся? Так, нет, босс, смотрите-ка, все тот же остался, но мне сыра пока не хватает, поэтому нужно будет еще сыра нафармить. Так, повязка на глаз, можно обменяться. Давайте попробуем. Так, интересно, нужен ли ему крючок? А где... где души? Сколько ты мне их дал? 24
24 тысячи, но не сказать, что прям много. Так, ну, можно прокачаться. Увеличивает шанс, враги дропают больше душ, шанс питомца получает с крита. А здесь таинственный робот-рыцарь поможет вам. Вот это интересно. Давайте вот это лучше прокачаем. А, и надо будет кучу ачивок собрать. Господи, какой крутой рыцарь. Он будет реально мне дроп помогать выбивать. Слушайте, ну неплохо. Сейчас я еще с ачивок заберу кучу душ, и можно будет еще реализоваться круче. Ну, в общем-то, набил себе наконец-таки сыра, получается, и можно уже отправиться нам на битву. Правда, я здесь выбил новый автомат, хочу его заценить. Конечно, кубик вроде как пожестче, но автомат вроде стреляет влево и вправо. Написано, давайте посмотрим, насколько будет реально крут. А, и, возможно, что-то еще дропнул себе. Вроде как медальон не упал. Не, он мне не особо надо его. Так, тогда отправляемся на битву с боссом. Посмотрим, написано 50+. Поэтому фиг его знает, насколько реально я смогу затащить. Но надо бы, наверное, прокачаться прям по полной программе. У меня здесь много статов, которые надо бы еще качнуть. И я могу как раз на это сейчас потратиться, по сути. Так, только вот не знаю, что лучше было бы прокачать. Все очень дорогое стало. Так, ну вот на босса не понимаю, как попасть. Видимо, следующий рейд будет доступен через 2 минуты. И тогда вот за это время я смогу попасть и начать что-то делать. Сейчас поэтому пока что пофармлю за этот промежуток времени. Кстати, пока у нас начинается новый эвент, давайте посмотрим, что у нас появилось еще. Так, перевозчик сыра, господи, мальчик-матрос, самое последнее. Так, таинственная шляпа это было, шляпа матроса, бандана восходящего солнца, голова бочка, шляпа капитана. Ну, пускай шляпа капитана будет, и здесь уже маска, пирсинги у нас появились, повязка на глаз. Пускай будет так, буду пиратом каким-то, ё-моё. Так, точнее, как это, не пиратом, капитана пускай будет, ладно, пусть будет так. Так, и что у нас по прокачкам? Я, по идее, уже практически все прокачал. Не уверен в том, что я хочу прокачку «Враги дропают больше душ». Для меня это спорная вещь, так же, как и уровень сундука прокачать, потому что я и так много дропа получаю с замесов. Поэтому это пока что не берем. И сейчас скоро у нас должен будет начаться рейд, и посмотрим, насколько он реально крут. Так, и вроде рейд у нас начинается. Давайте посмотрим, что он из себя представляет, насколько реально это нужный замес и что с него можно получить. Выглядит забавно. Так, у нас идут лягушатники какие-то. А, я стреляю с одного все же автомата. Я думал, что я буду стрелять с двух автоматов сразу во все стороны, а по идее, ну, не знаю, пока непонятно, но локация выглядит забавно. Так, крюк вылез, капитан, какой-то лягушатник. А, они прямо из ниоткуда выпрыгивают, получается, и сразу же начинают дамажить. Но пока по хп у меня норм, я не особо что-то теряю, что меня, конечно, радует. А то я боялся, что сейчас у меня сразу хп начнет улетать просто в считанные секунды, а пока что держусь прям молодцом, не скажу, что у меня какие-то особо проблемы есть. Всего 20 волн здесь, поэтому пройти вообще не должно быть какой-либо проблемой для нас. Так, первый босс пошел, странный сундук какой-то выбил, допустим, надеюсь, что это какой-нибудь редкий дроп. Так, окей, это у нас получается просто верные прислужники и один босс. Босс, что он фигачит? Босс вроде как, ну, неприятно бьет, но не так, чтобы я прям офигеть как терпел от этого. Так, тренировочный манекен, но они побольнее бьют уже, окей, но я скоро левел получу, поэтому будет уже все не так плохо. Мне главное левелапнуться в нужный момент, и мы с вами затащим до самого конца. Ядрить ты колотить, вот эта машина уничтожения просто пришла. Малыш Корсар, охренеть. Вот это гигантище было. Так, эта локация стоила как минимум для того, чтобы увидеть этого вау-эффект босса. Так, еще какие-то странные зомбари, которые даже немного, по-моему, подглючивают от своей странности. Так, и пока что я еще держусь, хилюсь как-то, но становится все сложнее и сложнее. Так, нужно завалить малыша. Так, где мой робот вообще? Почему он не фигачит так, как я бы хотел? Так, давай. Я могу, конечно, быстрее щелкать, но я довольно-таки устал уже. Так, давайте попытаюсь пошустрее все же. Надо хоть как-то затащить. А, мне регенерация просто срочно нужна. Все, уровень получили. И сейчас 20 левел как раз-таки идет супер-босс. А, надеюсь, что смогу сейчас с ним справиться. Очень надеюсь. 6000 хп как-никак, но у меня еще шанс отхилиться, поэтому должно быть нормас. Давай, фигачиво! И все, мы победили с вами рейда пленных не брать. И что интересно я с него получу? Мачта бакалавра или что-то там? Безжалостные ятаганы. И еще куча ачивментов получил, что несомненно радует. Так, интересно, интересно. Так, меч элита, смотрите-ка. Вау, это какое-то новое качество. Раньше у меня не было вещей уровня элиты. Любопытно, любопытно. Так, что у нас за шмотка новая появилась? Королевские шорты, ой, короткие шорты. Королевские шорты прочитал. Так, и сигара у нас есть. Ну, в принципе, чего бы и нет, пускай будет, да? Так, и что еще у нас? У нас 50-й уровень, тем временем можно еще раз прокачаться, еще мощнее стать. Максимальный лимит душ, ценность душ. Так, притягиватель не особо мне нужен, то и
Единственный робот-рыцарь тоже не особо сейчас нужно прокачивать. Лучше увеличить атаку и, блин, экспинг надо было качнуть еще. Но, в принципе, не важно, я сейчас этот просто ачимент какой-нибудь заберу, и мне уже будет хватать на остальные апгрейды. Ну и еще прокачался, давайте оденем эти элитные ятаганы. Они реально должны быть просто пипец какие мощные, потому что это первое оружие элитного качества у меня получается. Это вот чисто рейдовая фишка, да, так, и все остальное, по сути, можно у вас продавать. У меня есть куча барахла, но оно сейчас мне уже и не требуется. Можно просто все его загнать, но давайте потом... Хотя нет, давайте сейчас, я все равно пойду драться, так что сейчас все продам. Ну, теперь уже точно можно идти на битву, давайте посмотрим. Следующий у нас глубокое днище идет, это уже чисто сюжетная следующая локация. Меня все же скинули куда-то, да? Так, хрен пойми чё, короче, осьминожка меня кинула на глубокое днище, и теперь мне предстоит там сражаться, видимо. Так, давайте посмотрим, насколько у нас жесткие ятаганы, что они вообще могут. По сути, они вообще имбовые, по 58 урона сносят, если чё. Это буквально там пару кликов, и уже враг повержен. Ну что, русалочки, я сейчас вас на сашими пущу, ё-моё. Так что давайте, подплывайте, сейчас всем достанется. Буду роллы суши здесь крутить вместе с вами. Так, о, у меня, кстати, вот это русалочка. Просто посмотрите на нее. Не хотел бы я такую, наверное, встретить. Хотя хрен его знает, может быть и хотел бы, а может быть и не хотел бы, но, короче говоря, все равно это очень страшная тема какая-то. Так, окей, и давайте мне босса, сейчас наверняка что-то супер криповое вылезет, да? Ну, ракушка какая-то, ладно, хотя бы не русалочка 999 уровня, потому что если бы вылезла какая-то еще более странная русалка, я бы охренел. Это что вообще за морская картошка, серьезно? Я ж, если я такую картошку бы увидел, я бы реально... Слушайте, я... про нее можно отдельную реальную игру делать, она столько криповая, что... В хорроре вообще бы идеально зашла в каком-нибудь, как мне кажется. Так, это как скример бы выскакивал, такая морская картошка, и ты все, ты уже готов больше не подходить к компьютеру и вообще спать только со включенным светом. Кстати, тролль вернулся только в виде морской тролль, судя по всему, подводный тролль, вот. Так, у нас уже 17 уровень, совсем скоро дойдем до следующего босса, и, возможно, даже всю локацию пройдем за раз. Так, у нас там рейд следующий, но на рейды пока все равно не смогу, у меня сыра нет как минимум, нужен сыр. А, так, здесь зеленые чешуйки падают довольно часто, возможно, они потребуются для следующего рейда. У меня есть ощущение, так, это кто у нас? Сэр Зеленый Змей, это у нас босс? Ну, фиг с тобой, сэр Зеленый Змей, знаешь, я типа... Ой, кстати, он довольно больно огнемет, он своим фигачит. Так, новая миссия уже открыта, этих тоже выносим. Вообще изи. Так, ой, против меня даже какие-то подводники вышли, серьезно, водолазы. Я думал, что против меня только русалки будут сражаться. Здесь, это эти же, копатель душ, они, правда, здесь называются, удильщики. Приплыли сюда, чё ж вы тут делаете? Это глубина-то не настолько большая, как мне кажется. Хотя написано днище, как бы, и, наверное, на настоящем днище только такие и проживают ребята. Хотя... Где Спанч Боб? Или где ракалы какие-нибудь? Я бы ожидал их здесь увидеть, да? Так, окей, все, уже почти финал, ребята. Сейчас посмотрим, кто здесь царь-босс, кто здесь самый жесткий, кто здесь правит всей этой тусовкой. Так, Себастьян! Себастьян! Акула Себастьян! Офигенно же! Акула Себастьян, это вообще 10 из 10. Так, а можно мне еще левелап? Так, перед боссом желательно еще бы левелапчик немножко наскребсти. Но нет, видимо, пошел у нас уже кто-то новый. И сейчас я приготовлюсь кликать довольно-таки быстро. Так, Себастьяны приперлись. Так, Себастьяна сразу вынесу. О, против меня Посейдон дерется. Давай! О, у него хп улетает, просто капец. Да он для меня вообще не проблема. У него хп так быстро улетает, что вообще его можно не воспринимать. Сразу две новые миссии, смотрите-ка, получили. Новый прикид, вообще шикардон. Слушайте, ну прям классно. Так, мне понравилось. Изичная локация для меня стала. Так, и куча всякого барахла. Корона Посейдона, кстати говоря, можно загнать ее. Так, почему бы действительно и нет. Текс, что у нас следующими битвами идет? Это у нас суицидальная граница. И можно ли... Да господи, не хотел я в миссию заходить. А, ну судя по всему, вот эта граница открылась. И, наверное, еще один новый рейд, как мне кажется. Да, приключение Джонаха получается. Зеленая чешуя, сыр лося нам был нужен. Как раз все это у меня есть. Можно будет сразиться еще с одним видом босса, судя по всему. Интересно, надо будет попробовать обязательно. И, ребята, надеюсь, что игрушка вам интересна. Вы также хотите узнать, чем же здесь все закончится. Поэтому поддержите данный ролик лайком. 2000 лайков равно продолжению. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. С вами был Кристалл. Подписывайтесь, колокольчик нажимайте еще раз. Самый главный лайк также не забудь. Все, пока.